Праздничные мероприятия начнутся в городе у нас в 11 часов на площади по улице Советской праздничным митингом. И в рамках митинга пройдут мероприятия, посвященные Дню государственного герба, государственного флага. Далее шествие трудовых коллективов и парадные расчеты наших военнослужащих пройдут на курган. На кургане мы возложим цветы, пройдет митинг реквием, праздничные мероприятия далее продолжатся на Дожиночной площади, где мы увидим концертные программы наших детей с программой, концертной программой «Внуки Победы». Далее в программе примут участие творческие коллективы Лидского района, лучшие творческие коллективы, творческие коллективы нашего Лидского музыкального колледжа. Ну и, конечно же, к нам в гости приедут профессиональные артисты из города Минска. Это и Алена Ланская, и Никита Фоминых в вечерней программе. В дневной программе в 15:30 мы пригласим вас, дорогие личане и гости нашего города, посетить концертную программу нашего заслуженного коллектива, государственного коллектива «Песняры». В 22:55 приглашаем всех личан и гостей нашего города принять участие в общереспубликанской акции «Споем День Победы вместе». И в 23 часа праздничный день закончится красивым ярким фейерверком.